Погнали, трещись, девичка не. Сразу весь трэш тоже убил. Я, с вашего позволения, осколочков немного позаимствую с мобов. Вы не против? Да, получается, Бойкич будет сидеть спалить на собаке. Да, Бойкич будет сидеть спалить. Ой, Мысюха. Ну, тебе твоя задача просто одну джагу жать и диспел. Все, джага и диспел, больше ничего не требуется. Ну, это не на собаке, а на этом. Гаганаша вот этом, блин. На зеленой дискотеке. Ну, я думаю, да, разбафай каски, финик на АП покричит. Тот Рита ему поставит. Левички, мы же весь трэш вроде собирались. А, там еще моб. Извиняю, там. Вторую пойдем потом. Не, я уже спать пойду. Завтра, если только. Можно. Часиков так. 7. Сгонять. Ну, перед РТ. Еще одну. У меня там еще декарка есть, рук. Это вот 5 на котик. Че сделали с осколками? Че они так плохо сейчас это насасываются? Как-то медленно. И резко прокает. Наверное, XTM где-то всунул свой этот пятачок, блин. Может, потому что мобы 83 уровня? Ясно. Ну, все-таки может и второй вариант быть тоже. Все-таки второй вариант может быть тоже верным и правильным. Про уровень? Ну, это про сутулого собаку XTM. А, так это всегда первый и единственный обычный вариант. А вторые, третьи и остальные это просто предположение. Я хуй его знаю. Либо он... Мне кажется, он не настолько тупой, понимаешь, ну, типа, что он этого не понимает. Мне кажется, ему это в кайф просто делать какую-то хуйню. Ну, блять, я не поверю, что он такой тупой. Ну, вот реально. Ну, он у себя потестил, ему все норм, остальных похуй. Выглядит просто максимально странно, то, что он высирает. Люди жалуются на тот же, ну, на всю эту хуйню, на FPS и так далее. Ну, типа, говорят, нахуй этих бесов там много, там, т.д. и т.п., когда демоны были в мете, да? Духом эти шипы сделали, ну, ему сколько этого говна на форуме писали, ну, много кто. Он, блядь, БТК кровочервей делает. Я вот не понимаю просто. Но мне кажется, он просто это делает специально, намеренно.
Чарка на одну кухню на 97 вопрос стоит 5000. Хорошие ценники, да, Серёг? Там люди 5 болеют. Так, а что у нас по миликам? Блэкич, Левичка, Финика, Пси. Ой, и Щука. Вот вы пятером в милизоне там и тусуетесь. А, ну ладно, Мася, давай окей, ты, а то там Щука нервничает. Скажи спасибо своей Пасе. Придешь он как-нибудь это поцелуешь щечку, скажет, что у меня самое лучшее. Причина плыма. Все, на исходное давай, я просто так скажу. 3, 2, 1, пул. Здесь метки с максимум. Милики с миликами там надо достаточно, да, если что. Три человека достаточно. Одна вроде что-то кидается, если я не ошибаюсь. А 4 Геру не дал. Не было дальше подкатывать. Мили лучше. Так, минус один вагон. Дальше? Да-да-да. Щука, не уходи, прохил. Охуенно. Выйдем, выходим. Вот это и минус, что Мася стоит в милизоне. Ты сейчас элит не поднял, получается, когда щука. Из-за этого сдохнул этот человек. Я сразу же из кастова. А, ты нажал на эску? Да. Я сразу же перед тем, как типа нажал и ждал, пока она взорвется. Ладно, тогда в пизду, не будем эту метку сносить, ебал его в рот. Так убьем, да. Пускай умирает. Вон рыба еще стоит хамить. Хотя хуй знает. Мне показалось, что за несколько секунд убило. Странно. Ну, я пережил, я тоже не на фулл хопа был, но я за счет связки пережил, у меня осталось 5 тысяч. Я тоже выжил, не сдох. Ты, наверное, себя на фулл понял, просто не стабил. Да, нет, типа я цепну хуже нажал. Ну, уже не прохнул, хуй. Ну, просто меня не подхилило. А, ну он подошел уже с пол хопа. Все, окей, понял. Забей. Он пока шел к нам, он уже плохо позабривает, что-то повтыкался. Я к гостям по классике, чтобы что-то наставить к миле. Ты можешь стоять где-нибудь вот тут вот в печеньке условно, да? Ты будешь доставать и до миликов, и до РДД, ну, прохил. Ну, соответственно, только случай выходить на поезда. Арчена плыма. Давай, 3, 2, 1, пул. Чай, я отойду рит после коста. Серый, у тебя зев есть? Я б купил только по адекватной цене. Сейчас лужа будет. Мне охуели по 70 минут за штуку. Мили лужа. Блэк погон. Апси. Ясно. Не, ну это хуйня, когда в 10 лужи умираем. Да я понял, что нет. Соберитесь, ребят.
Поезда. Вы. Раздал. И не хуй. Бля, ребят, ну что за хуйня? Мы так, блядь, сейчас тут вайпаться будем. Это вообще пиздец какой-то. На миликах. Мася сейчас умрет. Попробуй форму медведя дубовой кожи. Класс, класс, Био, как раз вовремя. Терпи, прожми что-нибудь. Поняла. Вышли случай. Ну вы прикалываетесь или что, я не понимаю нахуй. Вы там, блядь, ну, пиздец нахуй. Ну я хотел по-быстрому, а, метка. Такая глыба. Первый, ладно. Да ну нахуй падайте, пиздуйте, блядь, 6 лямов нахуй бить в 3DD, блядь, сейчас еще одна метка кинется, останется 2, потом одного на. Ну, ребят, блядь, ну давайте как-то, ну, я не знаю, соберитесь там, блядь. Ну, что за хуйня? Супер простой босс, блядь, мы умираем. И вайпаемся, блядь. Пока да. Ну, может вы там, блядь, милики, я не знаю, кинулась лужа, но отходите там в бок, блядь, я не знаю, ну, чтобы не дохли. Финик вообще от сокрушающего удара умер, блядь. Ты не можешь раньше набрать максимальный босс? Я бы поставил кушать. Рыбав полез, разошлись с ней в камере. На полома. 3, 2, 1, пол. Уже ордена. Миля ложь. Аллилуйя, все живы. Сейчас каст будет. Каст.
На ком метка будет рипаем Лу Джордана. Сейчас раз будет. Пятишком. Каст. Лужа миль. Серега, ложный выпад нажимай, блядь, и просто даже не выходи с этой хуйни. Ложный выпад он маленький раньше имеет. Ну, просто ложный выпад нажимай, и финик, выйди просто куда-нибудь сдохни. Или шевай нажми, если есть. Этот, ну, просто можешь даже не отходить. И ты бессмертный. Почти. Там только 4 лужи тебя убивают. Ну, и либо 3, когда уже стаков дохуя. Я ДД лужа. Нет, когда не. Че, прощай? Ну, у меня сердце не все встало. Прохилишь или сейчас? Ладно, по. Опять на ДЦ упало. Да я ебал в рот, нахуй. Блять. Блять, ну, я не знаю, такое чувство, что подкрутка на ДЦ шматки стоит, ну это. Че, сейчас печеньку ролям, а все остальное это на распил? Ну да. Ну, блядь, вот, типа, сколько хожу вот этот ТГ в десятки, двадцатки, блядь, на ДЦ я уже не знаю, ну, какое количество упало. Просто постоянно, пока да эти чарки на ДЦ пан, не ебал. Замет только на ДЦ, блядь. Ты хоть раз видел на шамана с уже чарки? Ну, вы с кристаллы пока, ну, забирайте, типа, ну, кому-то выпадет чарка, ну, соответственно, кристалл мы будем, ну, и так далее. Что еще раз ты говоришь? Ну, на быстрину чарка, которая уже кидает. Все наши ребята, которые мы ходили, я не видел ни разу. Я на Лока ни разу чарку не видел. Вот ни разу, вот реально, блядь. Ну, тоже. Я пропустил только одну десятку. Во всех 25-ках был. Ну, ни одну чарку на Лока не видел. Поэтому, ну, типа. Не, на сову падал я ведь. Я уже на всех видел. Кого только можно падало. Кроме Рушама, по-моему, Рушама тоже вроде не. А на остальных все видел чарки. Не, на кота было. На кота было Серега с десятки падал. Нарчина, по-моему. Ловит, закроешь дальнюю эту хуйню? Да, Эма на первую дашь эту хуйню. Первое дыхание. 5 кд минут еще. Поебать. 3, 2, 1, пол. Там умирали некоторые ночи. Гагиш герб для них. Да, 4. Да. Грустно будет. Войд к тебе бегут. Милли отошли. Нажми ма. Дошли. Дай войд бэр по ним. Серега, нажимай ложный выпад в любой непонятной ситуации. Все будет заебись. Поставь ее на единичку, я хуй его знает. Ты будешь бессмертным. Я сверху. Мася, отойди чуть-чуть, не латалишь меня. Прохил. За кем бежит? Щука за тобой. Наймай, выйди, слышь.
археолог. Давай, еду. Наш кастану. Левичка. Вышли милики. Да, вот здесь. Оставлю готовься. Рядышком. Левичка из баун, дай. Блять. Ясно, я вас понял. Красавчики, вовремя, ребят. Блядь. Мы на каждом боте лайкаться будем или что? Или может как-то, ну я не знаю. Вы начнете кнопки нажимать. Что за трэш ебаный происходит? Вы, блядь, не можете выйти нахуй с этой вот зоны, блядь. Ну, я хуею. Ну, вообще нас дыхание убило, не выйдет зону. Получили там половина, получила, блядь, от войд зоны урона, а потом от дыхания их добило. Дыхание. Ну, дыхание добило, чё видно? Дыхание. Нет, урон только дыхание. Колодец ударил 2к, все. Просто дыхание сбрило. Из-за что нету бафа на тьму от приста хотя бы минимального. Там стоит арблак, арблак. Тьма. Нет. Рыбу хавать. Вот, на красного аура нет, да. Кстати, да, наверное, реально Блэк все-таки лучше наказ поставь. Ну, после МА давай просто под дыхание. Дальше наказ там. Это будет профиль. А, я не удивлюсь сейчас, если с этого босса на ДЦ выпадет чарка, и следующего тоже на ДЦ. Вот вообще ни капли не удивлюсь. Можно просто экстрем писать, что он уебок. Да, он и так это знает, я думаю. Говноед, блядь. А, давайте на исходное. 3, 2, 1, пух. Милики отошли. Блять. Я встал. Вы... Рибахните шамана, да, Иннерму? Прохил Мелизону. Один кто-нибудь закрывайте, не втроём, не лутайте лишний урон. Жми ему. Прохил. Еще перекрывай, не выходи, блядь, ты понял. В танка бежит, что ли, трэш? Пиздец. Аккуратно, милики. В лужу там не зайдите сколько. Да не отводи левичка, блядь. Просто, чтоб милики в лужу не заходили. Деру давай. Мили вышел. Левичку прохил. Блять, я только... Ну, я бублик наносил. Да пизду нахуй, короче, блять. Мне уже жопа начинает гореть. Вы что, блять, прикалываетесь нахуй или что, блять? Вам, блять, объяснить, что этот босс делает досконально или как нахуй? Что за хуйня происходит, блять? Пиздец какой-то нахуй. Пришли повайпаться, ёбаный в рот на. Вагоны, блядь. Дагон нахуй 4 хила, ёб твою мать, ну. Да типа тут хил не хил, ты понимаешь, таймик ебаный. Вы, блядь, четвером хилить, хилить там, нахуй. Там зона и, блядь, на мне бублик. Мне бублик нужно вынести и левичку захилить. Либо я в вейд-зону захожу и там бублик умирает нахуй на его хильну разок. Либо я не знаю, что еще. Там стоит Джиз. Щука стоял.
хуй его знает, блакиш. Бей желтой джагой, блядь. Не знаю нахуй. Ну, хорош уже хуйней заниматься. Уже подзаебывать начинаем. Так хожу вот это так, я, блядь. Нет, я не падаю. Просто так. Еще и майпаться, блядь. Давай, 3, 2, 1, пул. Серега, ты решил меня потом в следующий. Я ближе подошел. Кстати, кто-нибудь один закрывается, понимаю. Свой зоны выходим. Милики отошли. Будет вся, блин. Давай, Генерал. Милики отошли. Айсбаунд, Ливичка. О, блядь. Прохил. Великий отошли. Приготовились зайти. Зашли в бублик, зашли. Вышли. Прохил. Мы будем убивать или дальше лайпаться? Я думаю, ну я сейчас усну просто, пойду спать. Уже заебало просто. Видите, саппорт? Три, два, один, пул.
Мильки выше. А, урон АКС поставим, да. Прохим. Тебя, Уайтбин. Мелики отошли. Избаунд левичка. Хил. Приготовились заходить. Зашли. Ладно, нахуй. Опять? А, ну хоть кожа будет. Дайте ДПС этой хуйни. Кого там есть? У меня уже достаточно таких предметов. Уф, сейчас весело будет. Ты что, кристалл в боссе оставил? На, тебе лучше. Отдай кому-нибудь. Давайте быстрее к боссу, ребят, блядь. Ну, спать уже хочу реально. Рыбу поставим. Метки вносим, главное. Блэк максимально диспелишь, жагу кидаешь синий. Все, давай. 3, 2, 1. Пул. Спиночка. Не спал. Мелики отошли. Метки. Диспал. Блад, не бей, просто диспаль, пожалуйста. Потому что мы, блядь, сейчас умрем. Вот на мне уже 10 секунд висит дебаф. Ну просто, ну блядь, ну не бей, пожалуйста. Я тебя очень сильно прошу. Нажимай один диспал и все. Метки вынесли. Спиной стали эфир.
Ой, дай, брат, парики. А, уже поздно. Падайте. Господи, сука, помогите, нахуй. Спасите, блядь. Я могу, конечно, собаку вызвать, нахуй, раз в 10 секунд одного здесь поле человека, но это уже просто пиздец, нахуй. Уже нихуя не смешно. Блэк, стой в орды до зоне, блядь, вот даже босса не бей, все, даже джагу не бей, просто ебаную кнопку диспел, зажимай и все. Рыбу ешьте. Три, два, один, пул. Крича лучше на хп, наверное. Метки вынесли. Спина встали, эфир. Милики. Метки. Метки. Спиной стали. Милики отошли. Метки. Спиной. Метки. Милики. Метки. Спиной стан. Метки. Милики. Метки. Спиной стали. Вы умрете. Маша, дай БР. Метки. Милики. Ой, дай БР. Фир. Спиной стой. Метки.
Милик. Спиной стал эфир. Метки. Блять, порталка. Идите нахуй просто. С этим ТТГ конченым, блядь. Ну, вроде как кольчуга, вроде как хорошо, но такая хуйня.